Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. Сегодня хочу поделиться с вами новинкой. Это новая игра. Друзья, называется «Ферма» от создателей игры «Drift Biz». Вот этой игры. У меня есть видео на канале. Здесь резерв 27 миллионов рублей. Уже перевалило, писали письмо, присылали за 25 миллионов они. И обещали новую игру они. И вот она наконец-таки вышла. Старт сегодня был 5 июля в 12:00 по московскому времени. Экономическая игра нового поколения от создателей игры. Значит, уже пользователей более миллиона. Нет, пополнено более миллиона рублей. Ну, конечно, игра заслужила себе хорошую репутацию админы, и люди вкладываются. И пользователи почти 2500. Это наверняка еще многие не знают. И, естественно, 0 дней работы. Ну, здесь описание проекта «Ферма». Прочитайте маркетинг проекта. Здесь амбар, количество уровней 5, окупаемость от 20% в месяц, доход в месяц от 2 рублей, цена 10 рублей. Там да, по нарастающей это все можно просмотреть, друзья. Вот. Что еще здесь? Продуманная экономика, выплата заработка, опытная администрация. Так, регулярные конкурсы, серфинг, партнерская программа, общение, чат, прозрачная статистика, мобильная версия, уникальный дизайн, ну и все такое. Есть группа ВКонтакте и в Телеграм. Значит, регистрация наипростейшая. Так, что вручную вводить? Так. Ну. Сейчас я рекламу свою закрою. Секундочку. Не вовремя она у меня появилась. Так, закрываем. Так, имейл. Так, логин. Придется вручную вводить. Я делаю все, друзья, в режиме онлайн. Так, вводим логин. Пароль. Повтор пароля. Нажимаю создать аккаунт. Создать аккаунт. Так, я попала в кабинет. Я, честно скажу, я ждала проекта вот этого нового, потому что вот эта игра Drift уже давно работает. Вот, и чтобы как бы на старте уже зарабатывать. Но тем не менее, я вот эту их игру развиваю. Это я уже в конце вам все покажу. А теперь давайте вот по новой игрушке по этой посмотрим. Ну, это наш кабинет и наша статистика здесь будет. Письмо прислали они. Здесь приветственное письмо должно быть. И в подарок амбар дали за 10 рублей. Здесь баланс для покупок, для выплат и для рекламы. Это еще и плюс рекламная площадка. Можно также рекламить свои проекты. Значит, давайте далее. Моя ферма. И вот в подарок дали вот эту ферму. Это, конечно, она... Так, можно повысить уровень. Тут уровни. Значит, как это у нас тут делать? Так, текущий уровень 1. Стоимость уже 30 рублей. Здесь 40 можно повышать. Ну, неплохо. Вот.
Здесь, значит, 20% в месяц окупаемость. Здесь 25%. Так. Окупаемость при переходе на следующий уровень. Вот. И здесь вот стоимость уровня. Ну, неплохо. Можно развивать это все. На старте, конечно, это все выполнимо. И будем развивать. Так, далее. Покупка улучшений здесь. Всю информацию не забываем читать. Я уже зачитывать вам не буду, потому что это займет очень уж долго, много времени. Так. Количество уровней 5, окупаемость 20% в месяц, доход в месяц 2 рубля. И здесь читаем также информацию. Здесь теплица. Ну и вот так вот. По нарастающей. Так, что у нас далее? Так, ежемесячные конкурсы, гонка лидеров. Статистика проекта. Есть серфинг сайтов, конечно же. Серфинг мы все умеем просматривать. Вот здесь предостаточно серфинга. Да, вот здесь по 7 копеек. И неплохо, так же, как и в том проекте. Так, серфинг, задание, ежедневный бонус есть. Нажимаем получить бонус. Вот дали бонус. Бонус идет на покупки. Далее. Так, бонус показала пополнение баланса плюс 3,5%. Выплата заработка здесь. Минимум 1 рубль. Ну, здесь 0,95%, это Payeer у нас берет комиссию кошелек. Вот, на Kiwi 50 рублей, на Яндекс минимум 5 рублей, Visa, MasterCard уже от 1000, ну и мобильная связь. Также есть PrivatBank. Идем дальше, вывод. Так, обмен баланса мы меняем. Можно менять с вывода на рекламу, с вывода на покупку. История операций. Здесь партнерская программа. Партнерские ссылочки находятся. И перечень вознаграждений 7, 3, 5% и 20% от серфинга. Далее. Так. Подождите. Так, реферальные настройки. Мои рефералы будут отображаться. Рекламные материалы. И здесь находятся баннеры. Баннеров здесь очень много, ну очень. Вот. Так, рекламным так. Далее, что мои сайты, как я сказала, можно рекламить свои проекты, рекламный баланс, профиль. Профиль. Можно загрузить аватарку, конечно же. Здесь наша статистика. Так. Ну и все, аватарочку так поставить. Это я все потом уже за кадром сделаю. Так, мой профиль, личные сообщения. Это вот от команды пришло. Заявки, друзья, чат, телеграм можно присоединиться. Здесь калькулятор прибыли, правила проекта, техподдержка. И я хочу... Так. Для покупок. Я хочу, конечно же, пополнить баланс, друзья. Так, кабинет, моя ферма. Надо сначала что? Пополнить баланс, пополнение баланса.
Я буду покупать. Я пополнять буду на 250 рублей. Вот. Пайер. Пайер. Почему я, если мы вернемся на главную, вот на главную я вернусь. Можно вернуться, посмотреть. Потому что я уже как бы посмотрела и уже для себя наметила. Естественно. Сейчас вернемся в цифирну, посмотрим. Вот. 10 рублей, 50 рублей и вот за 250. Я бы вот взяла тогда. Вот эту я хочу. Так, где кабинет пользователя? Так, друзья, давайте перейдем к пополнению. Мой профиль заблудилась, я в кабинете. Пополнить на 250. Пайер. Сумма. Рубли. Здесь рубли, доллары, евро и криптовалюта. И куда-то перейти к пополнению. Выбираю рубли. Подтвердить. Сейчас поставлю на паузу и после продолжу. Баланс у меня пополнился для покупок. Вот 250 рублей. И мне капнула денежка сразу 8,75 на вывод. Так, иду моя ферма. Так, моя ферма. Ниже. Так, и где же... Нет, надо купить ферму. Моя ферма это не то. Так. Кабинет пользователя. Угу. Что у нас здесь пишут? Это так. Чем больше уровень вашего, тем больше прибыли она приносит. После регистрации в системе будет... Дарю вам амбар. Так. Прибыль это здесь, скорее всего, минимум от 1 рубля, как и там. Так. Где же купить? Покупка улучшений. И вот здесь, наверное, мы будем покупать фермы. Вот все делаю методом тыком, как всегда. Так, это амбар. Нам не надо. Подарок дали. Это у нас вот купить мельниц. А, так, это купить за 250. Что я там хотела? Тоже за 500 идет, за 1000 по нарастающей. Нет, я вот эту за 250. Значит, где она? Так. Первый уровень. 5 уровней. 28% в месяц. Купить за 250. Купить. Улучшение успешно куплено. Мельница. Окей. Все. Теперь я иду. Так, вот моя ферма. У меня уже 2 штуки. Это вот мельница в подарок, а это уже амбар. И буду я, друзья, развивать. Также нажимаем информацию, читаем, нажимаем информацию и читаем. Здесь повысить уровень. И вот здесь, друзья, главное, конкурсы, выплаты, помощь. Читаем. Нажимаем конкурсы. Здесь уже 2 конкурса.
на пополнение и реферальный конкурс. Тоже конкурс инвесторов, конкурс рефералов. Заканчивается все 1 августа. Также это все мы читаем. Вот. В принципе, на этом все. Кому интересно, друзья, присоединяемся. Неинтересно, друзья, проходим мимо. Никто никого ни к чему не принуждает. Это дело добровольное. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!